Что такое ECC память и чем она отличается от обычной? ECC – это память с коррекцией ошибок. В первую очередь предназначена для серверного железа. Такая память позволяет исправлять некоторые ошибки в процессе работы АЗУ. Например, вызванные электромагнитными помехами или вообще частицами из космоса. А для серверов важно быть постоянно активными и работающими. И такая функция может спокойно находить и исправлять большую часть появившихся ошибок и не допускать зависания системы. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы знать больше.